Друзья, я прошу вас, пожалуйста, поддержите эту группу. Они выступают в очень сложных технических условиях для вас здесь. Совсем не война. Политика — это та же война. Политика не конкурентов грызня, а политика — это враги и друзья. Вижу в экран, на экране тёлки попами вертят, на меня ни с экрана не глядят. Вот если было много девок у меня, я бы наслаждаться ими мог день ото дня. А прошу мне все эти мертвые долны, на самом деле я мечтаю о любви. Я как все мальчики мечтаю о любви, и как все девочки мечтаю о любви. Совсем как любовь, ведь политика — это не жульничает край, а политика — это желание и страх. Занимайся политической борьбой, как любовью политической борьбой. Займись скорее политической борьбой, займись со страстью политической борьбой. Давай займемся политической борьбой, давай займемся политической борьбой. Утро перед зеркалом встаю, на свое на отражение смотрю. Почему выглядишь, ему я говорю, фигуру выглядишь себе, я говорю. На лице среди недели трудовой, ой-ой-ой, гневный расслабляющий тобой. Моя подруга говорит, займись собой, но я занят политической борьбой. Беспромиссных угнетателем борьбой, за лучший мир для человечества борьбой. Лишь эгоисты занимаются собой, культуристы занимаются собой, карьеристы занимаются собой, эгоисты занимаются собой, капиталисты занимаются собой, капитализм занимается тобой. Занимайся политической борьбой, занимайся политической борьбой. Ведь если ты занимаешься борьбой, капитализм занимается собой. Капитализм занимается собой. Занимайся политической борьбой. Спасибо, друзья. Капитализм занимается всеми нами по-прежнему. Но скоро мы все вместе займемся им. Миша Грибоедов, Олег Журавлев, Анна Петрович, Тима Кудратов и наши товарищи по российскому социалистическому движению держали нам микрофоны. Сергей Решезин и Аслан Мамедов. Спасибо.